Им чуть за 20, но они уже преподают в школе. Новое поколение учителей английского языка, начальной школы, математики, истории, физкультуры и географии. Все участники муниципального этапа областного конкурса «Педагогический дебют». Его ежегодно проводит Министерство образования региона для поддержки молодых кадров. Один из этапов – публичное выступление. 14 учителей стараются раскрыть известные темы. Роль учителя в процессе обучения, талантливый педагог, успешные ученики, пресечение буллинга в школьных коллективах. Возможно, покажется на первый взгляд, что проблема буллинга банальна. Они знают все. Однако, конечно же, мы можем обсуждать и решать вопросы, которые возникают каждый год. Но что мы будем решать с этой проблемой? Для учителя английского языка Щелковской гимназии номер 2 Анастасии Теребовой участие в конкурсе «Тот самый дебют». Собиралась выступить в прошлом году, но в последний момент отказалась. Зато сегодня отвечала уверенно. На самом деле довольно, волнительно очень. Но это новое. Мы должны открывать в себе что-то новое, свои навыки и способности развивать, бросать себе вызов. Цель данного конкурса и, наверное, стимул участия педагогов в нем – это встреча с коллегами, это обмен опытом, это скачок в своем профессиональном развитии. Возможно, они испытывают одинаковые затруднения, но у каждого успех в чем-то своем. Публичное выступление – не единственное испытание. В самопрезентации конкурсанты рассказали таким же учителям о своем первом опыте работы, о том, что у них получается особенно хорошо. И, конечно, провели открытый урок – 40-минутное занятие в незнакомом классе. Глубину раскрытия темы, оригинальность методических приемов, вовлеченность слушателей в открытый урок оценивало жюри. Авторитетные педагоги высшей квалификационной категории – специалисты с большим опытом работы, в прошлом участники конкурсов «Педагогический дебют» и «Учитель года». Обязательным условием было проведение урока в классе, в котором не преподает данный учитель. Видеозапись снималась одним потоком, монтаж был категорически исключен, и на следующий день, после того, как урок был отснят, конкурсант представлял свою видеозапись, просматривал ее вместе с членами жюри, делал самоанализ о своих затруднениях, успехах на уроках. В этом году у педагогического дебюта будет не один, а 5 победителей. Это учителя, которые займут первые 5 мест в рейтинговой таблице конкурса. Кто-то из них обязательно представит городской округ на областном этапе. Участники, занявшие последующие за ними 4 места, по решению оргкомитета конкурса будут объявлены победителями в номинациях. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.